Требуются специалисты. Штат набирают на комбикормовый завод в Галышманово и на новую птицефабрику по выращиванию и переработке бройлеров. На первом готовы почти все производственные помещения, идет монтаж оборудования. На некоторых узлах завершены пусконаладочные работы. На комбикормовом будут трудиться 80 человек, а с учетом комплекса по выращиванию бройлеров 1100. Для всех соискателей одно обязательное требование – отсутствие личного подсобного хозяйства. Мы заботимся о нашем бизнесе, о нашей птице, о безопасности выпускаемой продукции. И основным условием является отсутствие у работников птицы и свиней. Так как имеется у данной категории сельскохозяйственных животных одинаковые заболевания, как и у наших бройлеров. Сотрудникам предоставляется служебное жилье. Один многоквартирник в поселке Галышманово уже сдан. Строительство второго дома завершается.